Короче, растяжку впендюрим, да? Растяжечку-то хоть, слушайте, чтоб оставил свой след-то Тимофей. Пакостный. В истории ТИС. Так, давайте воткнем. Так. Я надеюсь, я ничего не пропустил. Я как бы, вроде бы там сами с собой общаетесь. Никто не будет обзываться ЧСВшником. Так, давай втыкай. Игнорщик? Ага. Так, давайте Котсон в грену поставим. Все хорошо. Ну, я в замешательстве, что я вам могу сказать. Как бы, если идти лутать казармы... Какие еще-то варианты? Какие еще варианты? Никаких. Здесь у нас вроде все тихонечко, тихохонько у нас тут все. Так, а вот и он. Что-то мы нашли. Нетронутая куртеха. Ну это ладно, это уже мелочи. Куча гранат, штаны. Но я пока химзу не собираю, потому что некуда складывать. Вот он, видите? Мы нашли его, причем с магазином. И я, идиот, повыкидывал все патроны. То есть, и тут вот с Децл что-то мы еще нашли. И что мне делать? Куртку можно на портянке пустить. Кстати, да, чтоб тоже были новенькие. Блин, это вообще по жести. Просто по жести. О, я предлагаю оставить и Ксюху, и эту херню, и ту херню. Пока так, других вариантов не вижу. А ведь у меня была хреново куча патронов. То есть вот за этим мы сюда и шли. Даже фулку забить не можем. Капец. Чё пришел сюда, дебилой? Ты... Это зомби-маньяк. Ты как вообще услышал нас? Почему прицелы не вешаешь... Какие прицелы? Мне не нужен сейчас ПСО на автомате, потому что мы можем вблизи кого-то встретить. Я одеваю его по ситуации. Так, ладно, хорошо, убедили. А, ни места, ни хера под это. И хреново куча патронов. О. Так, сейчас, сейчас, сейчас. По крупицам будем что-то тут стремиться. Но все выглядит пока прям чинно. Отсюда, естественно, у меня не будет понимания, есть кто в штабе или нет. Единственное, что на крыше, то есть. Вот сейчас со штаба мне надо опасаться, что меня могут ёбнуть. Это самое популярное место для сидения. Калаш 4 килограмма. Блин, я вообще что-то ужаснулся. Ничего нету реально. И стамины нету. Я без рюкзака бегаю. Это что такое? Это ж издевательство. Ладно, почти полный. Так, ремень. А нужен нам ремень? Я считаю, нет. Так... Еще два патрона нашего калибра. Разве набором электрика не чинится? Блин, у меня в рюкзаке сейчас не проверим. Ну, живой останусь. Попробую. Есть. Есть, есть, есть. Сейчас полностью магаз снарядим. Один. Ни одной ремки, кстати, не нашли. Капец. Еще и запасной будет, да. Thank you.
Опа! Мина. Чуть не залетел. Слушайте, ну отлично, у нас мина в казарме. Дверь пускай открытая будет, да. У нас мина в казарме. У нас растяжка на палатках, то есть больше сигнализаторов. Чуть на мину не нарвался, а. Так, здесь чисто. Блин, меня уроды услышали. Надо убирать его. Этот пес сутулый сейчас будет контору палить мою. Чуть-чуть не напоролся, я говорю. Так что залогиниться, либо уже кто-то сидеть, как всегда, на тисах по-любому может. Ну, пожалуйста, ублюдок, ну... После рестарта все закрыто. Ну ничего страшного, там одну казарму не пролутаем, не беда. Хотя именно там наверняка лежат наши патрошки. Так, ты тоже иди сюда. В коем-то веке Тимоха не напоролся на мину. Это приятно. Мину снять можно? Можно, Гриня, с помощью ножа. Появляется возможность разминирования. От тебя ничего не зависит. Все на полном рандоме. Шансы 50 на 50. Можешь подорваться, можешь нет. Ну что, короче, вот и побывали мы на тисах. Как бы, вот, это вот тот случай, как бы, да, когда ты пришел, никого не нашел, ушел. А второй вариант, это ты пришел, тебя шотнули, ну, до свидания, как бы, все. Так, 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 сяк. Батарейку, ну, надо в ПНВ-ху вставить, так. Так, а перчатки для химзы у нас чинятся же только набором этого, скажите, я скажу, набором для ремонта шин. А заводской глушак... А, блин, поставь... Все, я понял вас. Торможу. Да, конечно. Туплю. Так, все, одеваю. Забыл, говорю совсем, дурачина. Простофиля. Так, все, здесь вернули как было. Прогулялись, остались живы. Теперь будем... Будет наш путь лежать назад. Так, водичка подходит. Ну, мы уходим уже нормально. Водичка у нас не проблема. У меня даже есть таблетка для очистки этой водички. И самое прикольное, что мы не нашли патронов. То есть наш 101-й-то выдернули, а вот тут нифига. С патронами не удалось по-нормальному нам. Ну, Тимоха оставил свой автограф в виде растяжки. Глядишь, кто-нибудь все равно да наступит. Бутылки с водой ты, похоже, глушак сделал. Нет, Алекс, я бутылку с водой выпил перед тем, как мы шли на тисы, чтобы у нас было ни грамма лишнего веса. Чтобы Тимофей был как с иголочки. Так, где? Вот эта дорога, она меня вывести же должна с тис. Правильно? Ну-ка, что-то я... То есть я специально ее выжрал? Не, какого хера, подойдите? Вот туда надо, в обратную сторону. Вот эта дороженька должна нас вывести в этом направлении.
Так что прогулялись, ну еще месяц-два, наверное, не пойду на тисы. Потому что на них жить надо. На них надо жить постоянно, на кемпе-то. Либо лутать все, вхомячивать. Так, я что-то не понимаю, куда эта сраная дорога? Что-то она меня не выводит, по-моему. Она меня заводит в какую-то жопу. Бля! Охуеть, блядь. Охуеть, блядь. Без комментариев просто. Здорово, хлопцы! Охереть, да это стоило, блядь, полугодней. Полугодней просто встречи. А ну лежать, он до сих пор живой был, прикиньте, родники. Так, кто живые есть еще? Я еще сейчас и откиснуть мог. Так, все, эти все готовы. Ёперный театр, вот это всплеск. Вот это всплеск адреналинчика. И все это возле ТИС, прикиньте, сейчас кто-то пойдет это искать сейчас. Мать моя женщина, святая Дева Мария. Что делать-то, куда бежать, ёпа-мать. Короче, надо лут разбираем, сейчас все в тачку и валим отсюда нахер. Мать моя женщина. Это самая эпичная встреча с машиной вообще за всю мою историю. Не то, что тут там в Альфе, не в Альфе. Я просто охерел вообще. Встретились с пацанами. Сейчас будем разлутывать. Охереть, слушай. Не теряй время. А что предлагаете-то, съебывать, что ли? А как трупы-то? Трупы-то как? Как дотянуться-то, блядь? Тут вообще целое все. Целое. Да, мамочки родные, смотрите, у них тут и... Ой, пацаны лутаются по-лютому вообще так. Где багажник, блядь? Вот Игорь переживал, патронов мало. Ага, так, все, сейчас, по-быстрому. Сейчас. Бля, нихера у них лута, ну ёб макарёк. Божечки мои, а. Так, дамы и господа, я пока так сосредоточен, надо быстро все перекидать. Быстро как-то все схомячить это надо. Давайте смотреть, что у них хорошего, забираем сразу с собой. Время, естественно. Так, это иди сюда, иди, так. Я вообще, конечно, в шоке. Так. А катрупы же сейчас выпадут, когда я поеду, нет? Охуеть, блядь. Так. С земли забирай и езжай. Не должны выпасть. Так, сейчас, вдруг просто... Вдруг выпадет, я вот все хорошее переложу, ладно? Не выпадут, горят пацаны. Родники со мной, то есть... У Тимохи друзья появились! Мы сейчас с братюнями поедем, смотрите, какие у них счастливые лица. Довольны! Привет, Дарк! С братками сейчас прокатимся! Давайте, родненьки. Тимоха так рад. Он так долго искал друзей. Братки, скажите привет. Так, смотрите, какие они довольны. Сейчас с Тимохой покатаетесь. Так, вы в телевизоре, родненькие мои. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Вот это по кайфу обстановка. Вот эта компания, да. Прикиньте, с братюнями, так круто, блин. А куда вообще едем-то? С лежачего все забрал. Ну,
там уже так, по ситуации, как бы. Я вообще не понимаю, куда мы едем. А говоришь, соло играешь, не говори, я обманщик вообще. Катюха, мы с братюнями тут катаемся. Тимоха нашел друзей наконец-то. Ой, 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 ой. Так, тихо, тормози. Вот это я... Не, вот эта поездка стоила, Тис. Просто четверо человек, блядь. Куда едем, хуй его знает. Я у границы карты. То есть мне что, в другую сторону надо, что ли, ехать? Или что, блядь? Да, кенты бухие, везем по домам, разводим. Жены звонят, трубку телефонную Тимохе разрывают, блин. На-на-на-на-на-на-на-на. Не, вот это кайф. Я говорю, блин, вот это Дейс. И все эти мучения, они стоили это. Так, давайте дух переведем маленько. Давайте маленько переведем дух с вами. Теперь мы в относительной безопасности. Как вытащить-то их оттуда? Кстати, у меня тоже хороший... А, вот, вытащить прям можно вот так. А ну, выметайся с моей тачки, мы. Вот так, мы похоронили, так, это женщина была, так, не издевайтесь, так, это девушка. Похоронили мы ее, видите, сразу похоронили родненькую. Так, все забираем у них нахрен, что полезного. Регулировать сиденье, так. А ну, метайся, да. Алкашины, блин. Видите, как все четенько работает? Как все четенько работает. Блин, прикольно. Перчатки поменял? А что, давайте химзу оставим, да? Типа это задел то, что я химзу собираю. В принципе, у мальчуганов можем, да, забрать? Давайте, давайте. Разделать предлагаете? Ну, выметайся давай. Вот этот парень самый богатый, смотрите. Вот это босс. Вот это был... Вот это батя был, так. Да нет, почему? Люди на машинах, которые ездят, знают, что они уже отчасти смертники. Вот это поворот, да. Вот это поворот. Ну что, поедем по стелсу с ПНВ? То есть ты на машине, когда едешь, от тебя ничего не зависит, вот реально. Это просто лютая удача с моей стороны и лютейшая неудача со стороны чуваков. Все, как бы, тут ничего больше не попишет. Это Дейс, совершенно верно. Это Дейс. Погнали. Вас не глушит, все нормально? Едем, наслаждаемся звучанием Нивы. Меня сейчас точно так же могут пристрелить, как собаку.